В Новочебоксарской городской больнице ввели в работу два новых аппарата искусственной вентиляции легких, закупленные на средства ПАО «Русгидро». Востребованное при лечении больных с пневмонией высокотехнологичное оборудование поступило в отделение инфекционных заболеваний. Там сейчас оказывают помощь пациентам с диагнозом COVID-19 из городов и районов Чувашии. По словам специалистов, оборудование соединяет в себе самые передовые функции с современными режимами поддержки состояния пациентов. На закупку двух аппаратов ИВЛ «Русгидро» выделила 5 миллионов рублей. Специалисты по медицинской технике обучили врачей отделения инфекционных заболеваний Новочебоксарской городской больницы работе на новых аппаратах ИВЛ. И при необходимости они помогут больным, у которых COVID-19 или пневмония протекают в тяжелой форме. В настоящее время медицинские работники оказывают круглосуточную помощь заболевшим, борются за их жизнь и здоровье. Бригады медиков работают с огромной нагрузкой и почти без выходных. Всего для оказания помощи регионам присутствия в борьбе с коронавирусной инфекцией ПАО «Русгидро» направила 110 миллионов рублей.